Большая встреча инвесторов скоро пройдет в Северном Казахстане. Ожидается, что участие в ней примут более 500 человек. Это предприниматели из Индонезии, Китая, Болгарии, Литвы, Испании и других стран мира. Подробнее о международном форуме «Кызылжар-Инвест-2016» в материале Ксении Куценко. Это кадры бизнес-встречи, которая проходила 2 года назад. Подписи, поставленные тогда в меморандумах, не остались на бумаге. Сегодня это развивающиеся перспективные производства. ПЗТМ «ЗИГ-100 Универсал». Компании работают в рамках заключенных договоров, а значит, международный форум «Кызылжар-Инвест-2014» был проведен продуктивно. Тогда подписали 62 соглашения более чем на 85,5 миллиардов тенге. Переговоры бизнесменов из разных стран мира позволили увеличить инвестиционный потенциал региона, создать рабочие места, а значит, поднять экономику области на новый уровень. Сегодня готовится к еще одной встрече. Она пройдет 5 октября во Дворце спорта. К участию к форуму приглашены руководители дипломатических наших миссий и делегации иностранных государств, потенциальные инвесторы, представители национальных и иностранных компаний, холдингов, институтов развития, инвестиционных фондов, ну и предприниматели. В целом мы ожидаем, что у нас посетит данный форум более 500 участников. Отличительной особенностью нынешнего инвестиционного форума является проведение его в рамках 2-го заседания регионального совета инвесторов. Индонезия, Китай, Болгария, Грузия, Литва, Испания, Италия. Участники из этих стран уже подтвердили свое присутствие на международном форуме. Также впервые наш регион посетят шведы. Ожидается, что со шведской стороны будет более 30 участников. Это в основном производители оборудования именно в сфере мясного, именно в сфере агропромышленного комплекса. Мы будем в дальнейшем с ними планировать о локализации и их производстве именно этих оборудований именно в нашем регионе. В этот день для гостей региона приготовлено много интересного. Выставка достижений предпринимательства и промышленности региона, пленарные заседания, подписание соглашения о сотрудничестве. В планах заключить порядка 20 бизнес-сделок. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.